Добрый день, меня зовут Надежда Миланова. Как размножить редкие дорогие томаты? Сегодня очень короткое видео. Сейчас семена некоторых томатов стоят очень дорого, и в упаковке их всего по несколько штук, особо не разгуляешься. Как можно получить из одного куста несколько в этот же сезон? Уже встречала томаты по 300 рублей за упаковку, 10 штук, и 400, и 500, и даже 600 рублей. И самые дорогие в этом сезоне томат Ругантина. 3 штуки стоят 249 рублей, то есть посчитала, одно семечко стоит 83 рубля. Выглядит томат вот так. Я пока не собираюсь покупать этот томат, но если кто-нибудь уже такой томат выращивал, поделитесь, стоят ли эти томаты таких денег. Но давайте расскажу, как можно получить из одного куста несколько. Сразу скажу, что метод уже опробован мной и не один раз. Вот, посмотрите, эти томаты обрезала 21 марта. Обрезала так, чтобы на маточном растении оставалось хотя бы по 3 настоящих листочка. Обрезанную часть поставила в темную бутылку с водой, никакими стимуляторами не пользовалась. Сегодня 30 марта. Какие-то томаты дали корни, какие-то еще думают. Некоторые томаты с корнями уже посадила, но у некоторых корни еще не очень большие. Вот посмотрите близко. Что примечательно, те растения, которые были обрезаны, на них выросли пасынки. Вот давайте опять вот так вот сейчас отрежу листы, чтобы вам были видны пасынки. Вот видите пасынки? Или вот посмотрите вот это вот, вот пасынок. И чуть позже, когда эти пасынки подрастут, их тоже можно будет обрезать и укоренить. И так до бесконечности, пока вам не надоест. А для того, чтобы пасынки быстрее выросли, нужно пересадить вот эти томаты в емкости хотя бы 1 литра. Но и это еще не все. Просто так, из любопытства. Поставила листья, обрезанные в воду. И посмотрите, что листья тоже дали корни. Конечно, этот лист с корнями я тоже посажу. Эксперимент, почему бы нет, маловероятно, что из этого листа что-нибудь вырастет. Это же не фиалка, но попробовать-то можно. Самоизоляция, второй день, не на улицу же идти. И это все, о чем я сегодня хотела вам рассказать. Я с вами прощаюсь до следующего раза. Буду держать вас в курсе. Берегите себя.